Добрый день. Прозвучал небольшой отрывок из произведения группы Linkin Park. Символическое название «In the End». И я как раз сегодня хотел бы завершить, может быть, первый этап своего, надеюсь, большого музыкального пути. Хочу взять творческий отпуск где-то на 4-5 недель, позаниматься техникой игры на пианино, на гитаре. И, соответственно, разучиваю новые сбивки на ударных и продолжаю заниматься вокалом. Всем больших успехов, хорошего настроения. Ну и если загрустите, то пересматривайте мои выпуски. Всего доброго, друзья.